Привет, друзья! Это «Игра вкусов» и я, Сергей Горбунов. Сегодня мы готовим салат с консервированным тунцом. Обязательно досмотрите это видео до конца. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится соль, перец, консервированный тунец, лук красный, сыр, помидоры, пекинская капуста. Для заправки мы возьмем бальзамический уксус и оливковое масло. Давайте приступим. Первым делом мы нарезаем пекинскую капусту. Достаточно. Мы будем сразу нарезать и выкладывать слоями этот салат. Прижимаем. Берем помидор. Далее нарезаем лук красный кольцами. Так, пока это сюда уберем. Делаем заправку. Для заправки мы берем оливковое масло, бальзамический уксус. Уксус придаст нашему салату такую пикантную кислинку. Соль добавляем. И перец. Перемешиваем. Оставляем пока в сторонку. Далее мы берем тунец, выкладываем его сверху. Далее добавляем красный лук. Далее мы поливаем наш салат заправкой. И натираем сыр. Давайте добавим немножко перчика. Салат с тунцом готов. Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов», делитесь этим рецептом с друзьями. Пока-пока, приятного аппетита!